지났어, 지났어. 뭐라고? 네? 뭐야? 안 들려. 안녕하세요. 아, 예, 안녕하세요. 지금 저희는 그 미세스 러시아 보러 왔거든요. 뭐 수영복하고 뭐 드레스하고 멋있게 하고 뭐 이렇게 막 이것저것 많이 했는데 여기 사람들이 이렇게 와서 다 테이블에 앉아갖고 이제 미세스 러시아 보고 있습니다. 옆에 이제 참가자들도 앉아있고. Вы сказали привет. Привет. Спасибо. Мы из Кореи, да. Хорошо. Камсабида. Вы можете сказать камсабида. О, камсабида, вы знаете, где здесь. Увидимся в Сеуле в конце года. А? Я говорю, увидимся в Сеуле. Ребята, это прямой эфир. Что? Это прямой эфир, говорю. А, прямой? Да. Я еще буду ярче. Я Муниса, здрасте. Первый раз, это так близко. А это не так близко. А, да? Да. Ашинасу. Знаете, что в Корее сейчас 4 ночи? Ну не, только здесь 22, 21. Анджаку Бо, а сегодня Бо? Анджаку Бо, я. Да, я вам только говорю, что что за мероприятие? Это миссис Россия. Мира. Это Мира? Да. Миссис Россия Мира? Да. А, 여러분들 여기서 топ-5. 아, 톱5, 톱5, 톱5가 한국으로 간대요. 왜 한국으로 간지 모르겠는데. 아? 야, 그럼 웨딩샵스에 올려. 형님 얼굴 옆으로 치워달라고. 아니, 여기서 또 미라이 스마일이 있어. Модели. Когда у нас будет видео? Сегодня. Сегодня? Просто многие ждут. Что... Наше видео. На следующей неделе. Мы будем снимать. Ждите. Будет очень интересно. Девушка подошла. Телефон попросила. Завидую, бля. Да. У меня такое не происходит, ты понимаешь? Ты счастливый человек. Ты счастливый, как никакая девушка не подходит ко мне. И мне спрашивают, я скоро поеду в Кыргызстан. Она, короче, не участвует, но, короче, она тоже просто пришла, видимо, от кого-то. И, короче, она попросила телефон Антонио.
Я просто за столом. Надо гулять. Дорогие мои подписчики, вы давно не виделись с Антонио. Наконец-то сегодня. Которое я попросил. Блин, Антонио, она была красивая. Чё, упустил? Ты упустил, блин. Антонио совсем другим стал. А прическа так сильно поменялась. Вот. Ты совсем сейчас кореец, блин. Нет, Антонио уже знает корейский язык. Что знаешь? Корейский язык. Постоянно он говорит. Вы щеки, а? Вы победительницы. Каждая, кто стоит на этой сцене, получает почетную ленту финалистки конкурса «Миссис Россия Мира 2021» и заслуженную корону каждой участницы. Чуаю, да!